Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». На порозі свято, але хворіють діти, економічні негаразди, від того сварки в родині. І все це напередодні свята. Як же продовжити вірити в чудо, вірити в дива і у святковий, як створити своїй родині святковий настрій? Допоможе нам у цьому наша гостя, практичний психолог Світлана Дабагян. Доброго вам ранку. Добрий день. Раді вас бачити. Давайте поговоримо про те, як позбавитися ось цих проблем, залишити їх, психологічних проблем, залишити ці тягарі у році, що минає, і у прийдешній зустріти у святковому настрою з вірою в диво і, звичайно, із новими планами, які втіляться в життя. Мне кажется, что очень важно не поддаваться такой предновогодней гонке. И сейчас осталось уже до праздника, до новогодней ночи два дня с хвостиком, но огромное количество людей не чувствует этого праздничного настроения. Я могу подтвердить, вот у нас телевізійників чимало роботи, яка просто як сніжний, такий як сніжок, вона все більше накопичується, часу залишається все менше, сюжети не змонтовані, гості ще не запрошені. І ось така паніка. І так у кожної господині ще треба накрити на стіл, поприбирати, а ялинка, а дитина захворіла. Очень много аспектов, которые нужно одновременно удерживать в своей бедной голове. И первое, что необходимо сделать, это хотя бы на 20-30 минут остановиться. Остановиться и спланировать, и выбрать самое главное, и расставить приоритеты. Потому что очень часто бывает, что уже вот сейчас должны пробить куранты, а мы накрываем на стол, а мы красим ресницы, и получается, что мы опять в Новый год влетаем. То есть нет ощущения такого плавного перехода. И самое главное – это остановиться, спланировать и выделить себе такое время на переключение, на отдых. Это было бы очень здорово, если бы мы могли там, сходить в баню. Да, перед тем, как сесть за стол, или принять ванну, и рядом с нами находятся свечи, какой-то приятный аромат, и теплая легкая музыка. То есть для того, чтобы этот переход осуществился таким естественным путем. Вот. У ванны? Да, заплыв такой осуществить. Вот, потому что действительно очень много суеты, очень много беготни. И на что еще следует обратить внимание, это если нам кажется, что такая усталость, такая невыносимость на нас накатывает, мы не можем вспомнить, что же было в прошлом году. То есть он тоже нам кажется каким-то одним мгновением, он пришел, пролетел, и мы ничего не помним. И когда мы начинаем откручивать время назад, мы вспоминаем, что, оказывается, у нас были достижения, у нас были путешествия, у нас были приятные встречи, и когда мы этот багаж как бы так подсобираем, то уже нам есть с чем переходить в Новый год. И очень важно вот подсобирать этот багаж, как бы печали, горести, какие-то невстречи, несостоявшиеся наши планы оставить в старом году и сделать какие-то наметки такие на Новый год. Все ж таки, загадувати бажання – це таке ніби психологічне розвантаження на наступний рік, так? Да, такий здесь психологічний прийом. Так, да, і виходить, що, мабуть, для нас, для взрослих людей, дуже важливо залишити в своїй душі таку частичку дитинства, але не впадати в це дитинство. И действительно быть взрослыми, ответственными людьми, но при этом быть открытыми, живыми, веселыми для того, чтобы смочь создать праздник в своей семье и, конечно же, прежде всего для детей, для наших маленьких таких участников этого праздника, которые по-прежнему верят в чудо, которые надеются на волшебство, на подарки. И здесь очень важно, чтобы дети не просто сидели, а родители неслись в этой суете, а очень важно деток включать в этот процесс, и тогда у них будет вот это состояние праздника, ожидания, что вот эту снежинку я вырезал, а вот эту игрушечку я на елку повесил, а вот это печенье я вместе с мамой испек. И тогда будет такое участие совместное, и очень важные такие вещи, чтобы у нас в семье были традиции. То есть если у нас есть традиции, то они тоже нас удерживают от этого сумасшедшего темпа, когда
Мы знаем, что вот так было принято у наших родителей. А если ситуация у наших родителей, в нашей родительской семье была связана с новогодним напряжением, с какими-то ссорами, конфликтами, то тогда нам важно понять, проанализировать это и задаться вопросом, а как мы хотим в нашей семье, чтобы в нашей семье какие были обычаи, какие были традиции. И сделать это из года в год. Да? Здесь уже есть какие-то привычные вещи. То есть мы ставим елочку, наряжаем, мы готовим какие-то одни и те же блюда, мы готовим подарки, поздравления. Вот, а может быть, в вашей семье есть что-то особенное, какой-то особенный пирог, какая-то особенная традиция. И это очень важно передавать из поколения в поколение. Оно нас так вот удерживает и дает нам ощущение того, что ну, как будто есть некоторая бесконечность. У моей подруги в дитинстві була не дуже хороша традиція захворіти обов'язково перед святом. Обов'язково на канікулах, коли всі діти гуляли, забавлялися там в сніжки, каталися на санчатах, вона із замотаним горлечком сиділа і сумно дивилася у віконце. Ось така традиція. Скажіть, будь ласка, я думаю, що у багатьох родинах є такі неприємні спостереження. Чи пов'язане це тільки із сезонними захворюваннями, із цими епідеміями? Чи, можливо, це якісь і психологічні моменти також сюди підмішані? Да, здесь є і фізична, і психологічна така нагрузка, коли організм просто не витримує і требує відпочинку, іменно через болезнь. Да? Якщо ми не даємо організму відпочинку естественним путем, як я говорила, да, там, виспатися, полежати, прийняти ванну, замедлити свій темп перед праздником, то організм в будь-якому випадку візьме те, що йому потрібно. І ми будемо болеть, тобто це такий відпочинок неприємний, але тим не менше ми все одно лежимо в кроваті, ми п'ємо чайок, наша життя жизненная активность замедлилась. И как же развязать этот узел для того, чтобы действительно праздник был праздником? Но хочется сказать, что для некоторых людей праздник – это своеобразный стресс. То есть это нужно подготовиться, это нужно как-то выглядеть, это нужно принимать гостей, или нужно идти в гости, нужно что-то дарить. И это так много какой-то требовательности, ответственности, и для многих людей это не по силам, это тяжело. И здесь действительно как будто нужно снизить такую планку и понять, что есть такого простого, легкого, действительно праздничное настроение. Потому что можно хорошо выглядеть, можно приготовить дорогие подарки, но если у вас внутри такой камень на сердце, да, то не будет никакого праздника. И важно понять, о чем вы печалитесь, что вас беспокоит. То есть если вы с этим разберетесь, освободитесь, то будет гораздо легче. Про подарунки. Скажите, будь ласка, какие варто підбирати подарунки. Особливо, звичайно, діти чекають подаруночків, але і дорослі також заглядають, а що там можливо? А раптом їм щось Дід Мороз поклав. Да, здесь, конечно, когда мы говорим о наших близких и родных, то здесь важно быть внимательными. То есть важно прислушиваться, приглядываться заранее, немножко заранее, хотя бы там за месяц. Вот, что бы хотелось нашим родным, близким, о чем мечтают наши дети, чем они прямо сейчас увлекаются, интересуются, и тогда подобрать, подсмотреть, приготовить это все. Вот, и, конечно же, очень важно, чтобы подарок был личный, чтобы это было для тебя. И очень ценно, когда ты понимаешь, что человек, который тебе дарит, он постарался, он подготовился, он действительно уловил какую-то такую тонкую струнку твоей души и смог вот это тебе преподнести, подарить. Тогда действительно возникает такое настроение, а, это именно то, что я хотел. И здесь я еще хочу сказать о том, что бывает так, да, что вы очень старались, готовились, но ваш близкий, родной, ваш ребенок разворачивает этот подарок, и вы видите на лице такое разочарование, как с этим быть. Да, и здесь очень тоже так получается и обидно, и так грустно. Вот, очень важно, чтобы мы, как родители, как взрослые, могли эту печаль, эту грусть ребенка переваривать, перерабатывать. И потом часто бывает так, что со временем ребенок находит этому способ применения, да, там, что с этим делать, как этим играть, как это носить. Вот, и нам важно просто помочь ребенку протоптать эту дорожку для того, чтобы этот подарок, этот сюрприз, он стал таким используемым, любимым. Вот, может быть, даже если это какая-то игрушка, то придумать про нее историю, поиграть в нее какие-то интересные игры. Головне – увага. Так? И все ж таки, вера в диво залишається? Конечно, конечно, остается. И здесь важно
сохранить это чудо внутри, но если мы будем просто сидеть с закрытыми глазами, мечтать, фантазировать, отправлять свою мысль во Вселенную, то вряд ли это произойдет. Ні, не так. Ми будемо сидіти їсти, 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 їсти. Так? То це точно не відбудеться. Дело. Да, здесь, конечно же, важно планировать в позитиве, важно рассчитывать свои силы, вот, и важно быть открытыми энергии такой вселенской и добрым людям, которые нас поддерживают в этом мире, вот, и верить в то, что у меня получится обязательно, и непременно прикладывать усилия. То есть, если мы не будем прикладывать усилия, если мы не будем работать физически, трудиться, размеренно, постепенно, если мы не будем работать внутри над своей душой, если мы будем говорить, ну вот я такой, какой я есть, любите меня и принимайте, то, конечно, чудес тогда не будет. То есть это должно быть все в комплексе. Ні, ну якось ви так сумно закінчили, чудес не буде. Дива будуть, якщо. Якщо ви знайдете трошечки часу для того, щоб розпланувати свої передсвяткові справи, а також потім зупинитися, відпочити і знайти мить і допомогти втілити в життя самому собі свої плани. Це і буде справжнє диво, правда, Світлана? Так є. Дякую, з Новим роком, з новим щастям. Сподіваюся, що у вашому домі завжди буде злагода і любов. І я думаю, що наші глядачі чекають і ваших побажань і порад. Да, я желаю вам, дорогие телезрители, чтобы этот год у вас был тихим, спокойным, уютным, умиротворенным, чтобы в вашем доме было тепло, чтобы у вас на столе были вкусные, красивые блюда, чтобы под елочкой вы нашли подарки, и чтобы ваши мечты и желания осуществлялись. С Новым годом!